Привет, друзья, и в этот прекрасный летний день в понедельник я решил посмотреть Open Kids, а любительский клип без стандартов, который выпустил автор Настя Видео. Таких клипов на просторе Ютуба очень много, и сегодня я посмотрю вот этот. Касаемо лета, на самом деле я очень рад, что погода наконец-то налаживается, солнце, появляется хоть какое-то тепло, и это очень круто. И если ты школьник или ты студент, ты скорее всего уже закончил учебу и... Впереди 3 месяца и буду каждый день выпускать по 4-5 видео и будем смотреть разные видосы, это очень круто. Погнали. У меня просто такое настроение, что хочется высказаться по этому поводу, то что лето и как это классно. Без стандартов живу, без стандартов. Это, кстати, видимо, недавние съемки, потому что они здесь не маленькие. А, ребят, касаемо Open Kids, я наметил примерно 25 видео, бэкстейдж, влоги и так далее. Будет очень классно. Это на десерт. Я почти знаю все клипы. Или Show Girls. Нет, это на десерт. На десерт, да. Это кажется. Ну, кстати, грамотно подобрано. Это фотосет. Кстати, еще очень много фотосетов на канале Open Kids. Это очень тоже интересно. Это было странно сказано, это так. Хореография. Не танцуй. Вот этот клип меня просто мега зацепил. Просто cool. Просто потому, что он является нестандартным для Open Kids. Я сейчас говорю про «Кажется». Очень классный клип. Просто делает мой день. В этом весь Open Kids и состав вообще. Только Open Kids, а Decide Band также. Чтобы холод обжигал, чтобы жарко, душно. И, кстати, это я не видел. Это откуда? Откуда такие кадры? Мне не нравится нытье серых грустных масок. У меня свое бытье. Оно без стандартов. Что здесь происходит? Почему она дебет? Просто, я повторяюсь, делают мой день. И если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, написать комментарий, я читаю все комментарии. Если ты здесь впервые, не забудь подписаться на канал и рассказать обо мне своим друзьям. Ведь это не сложно, до следующего видео, пока.